Съемочной группе 7 канала угрожали. В воскресенье вечером на месте ДТП его участники препятствовали журналистской деятельности. Наши операторы и корреспондент приехали на место аварии вблизи Дворца спорта, чтобы зафиксировать произошедшее. Водитель Volkswagen не справилась с управлением и врезалась в полусферу, после чего авто отбросило на ограждение. На місці події працювали патрульні поліцейські, які складали матеріали за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Під час складання матеріалів у водія виникли питання, які перейшли в конфлікти до знімальної групи журналістів 7 каналу. В результаті чого, для того, щоб загасити цей конфлікт, патрульні поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вже в подальшому буде з'ясовувати всі обставини цієї події. Когда оператор снимал поврежденное ограждение, женщина начала агрессивно вести себя, ругаться и толкаться. Также неизвестный мужчина угрожал и пытался избить съемочную группу. Сама же водитель вырвала телефон из рук корреспондента, чтобы удалить видео с конфликтом, после чего бросила мобильный на асфальт. Смотрите, что происходит. Кто сказал? Сотрудники полиции. Вася, я тебе сейчас ушатаю. Что ты мне кулачки слышишь? Что ты хочешь? Я тебя покалечу. Ну, тут люди чуть не пострадали конкретно. Корочку свою покажи. Вы нападали на аппарат. Она никакого права не имела меня снимать. Она не имела права меня снимать. Убери. Не надо камеру. Мы тебя будем трогать, дурак-то. Съемочная группа уже написала заявление в полицию.